Ну что, вы готовы к магическому представлению? Я вас уверяю, такой магии вы еще никогда не видели. Мне нужно два добровольца. Кто смелый? Я! Моника, пойдем, будет весело! Я не хочу! Пошли, потом мне спасибо скажешь! А вот и смелые девушки. Вы готовы видеть нечто волшебное? Да, я готова, я очень готова! Та-дам! Была Эмма и нет ее. Моника, не переживай, ты совсем скоро ее увидишь. Но я не хочу, подождите! Ну что, вот и исчезли наши смелые девчонки. Давайте скорее узнаем, где же они. Хотите? Представляю вашему вниманию Эмму и Монику. Где это я? Почему тут столько кнопок? Как выбраться из этой коробки? Девочки, не переживайте. Вас ждет крутой челлендж с кнопками. Моника, ты начинаешь. Я? Ну а почему я? Ладно, давайте попробуем. Надеюсь, мне повезет. Ты сразу попала на очень интересный лот. Тебя ждут куриные яйца. Кто же их не любит? Главное, береги голову. Больно же! Хватит! И что мне теперь делать с этой кучей разбитых яиц? Тут даже яичницу не пожаришь. Тебе остается только сидеть с ними, как курочка. Эмма, твой черед. Попробую нажать на зеленую. Ух ты, Эмма, тебе повезло больше, чем твоей подруге. Вместо мерзких яиц тебе достанутся аппетитные крылышки KFC. Правда, есть одно «но», они очень острые. Но ты об этом узнаешь немного позже. Что это такое? Что это за гадость? Посмотри внимательнее. Это же крылья KFC. Точно. Тогда я рада. Я люблю эти крылышки. Вот это аппетит. Я на твоем месте был бы осторожнее. Но почему? Крылья очень вкусные. Они же острые! Почему вы меня не предупредили? Это ужасно! Я вся горю! Как это почему? Я не должен. Тем более Заку, ведущему, пока что нужно удалиться. На его место приходит Зак пожарный. Эмма, закрой уши, чтобы туда не попала вода. Сейчас я буду тебя тушить. Скорее, быстрее! Вот и все. Снова Зак всех спас. Это вы мне крылья подсунули? Ничего не знаю. Чао. Моника, ты снова первая. Куда бы мне нажать? Думаю, что я остановлюсь на этой желтой кнопке. Она надо мной прямо как солнышко, поэтому она просто обязана принести удачу. Хороший выбор. Как ни странно, но цвет кнопки совпадает с цветом того, что тебе досталось. Поверь, тебе понравится. Это золото. Правда, оно немного необычное. Какая разница? Я любому золоту рада. Класс! Тогда принимай жидкое золото. Жидкое? Я не знала, что такое бывает. Ну ладно, жидкое меня тоже устраивает. Это еще не все. В дополнение ты получишь золотые монетки. Они ни капельки не хуже настоящего золота. Класс! Я же теперь богата! Очень богата! Ура! Нужно скорее со всеми поделиться. Вы обязаны знать, что теперь Моника богачка. Надо же, только получила золото, а уже всем рассказывает. Пусть все увидят, что золота и правда много. Ой, кажется, богатство вскружило мне голову. Эмма, теперь я иду к тебе. Вы когда-нибудь играли в ЦФА сами с собой? Сейчас я смогу решить, какая рука будет нажимать. В дело идет правая рука. Пожалуй, я тоже хочу золото. Так что нажмем на левую кнопку. К сожалению, так не работает. Тебе вместо золота достанется этот прелестный паук. Где мой подарок? Сколько можно ждать? Но не переживай, вы с ним точно подружитесь.
Посмотри повыше. Это же паук! Умоляю, не ешь меня, прошу! Хватит, убери его! Пожалуйста, нет! Вот это да! Кажется, там началась настоящая бойня. What? Что происходит? Почему я отключилась? Откуда такие громкие звуки? Надо же! Кажется, им сейчас очень нужна помощь. Но я так боюсь насекомых! Я их просто не переношу! Спасибо вам! Никто не спасет бедную Эмму! А чего тебя спасать? Мистер Паук уже сам выбрался. Так что ты там как-нибудь сама справишься. Моника, ты снова первая. Скорее выбирай кнопку. Тут есть специальная праздничная кнопка в честь моего дня рождения. Так что я хочу нажать ее. Интересно, какой подарок мне подсунут? Какой день рождения без конфетти? Конечно, без него праздник уже не тот. Так что закрой уши. Сейчас как бомбанет. Как громко! Я же так оглохну! И это еще не все. Основное блюдо только впереди. Я для тебя огромный тортик приготовил. Так что скорее лови его, чтобы он не свалился. Какой классный тортик! Я круче еще ни разу не видела. Спасибо большое! Загадывай желание и задувай свечи. Хочу сделать это наверху. Я желаю, чтобы торт, который я сейчас съем, был самым вкусным тортом в моей жизни. Надеюсь, это будет именно так. Круто! Может, ты и со мной тортиком поделишься? А то я его даже не пробовал. Погоди, я сначала хочу сама наесться. Жадина, ты его так целиком слопаешь. Обжора! Что там происходит? Почему ко мне так долго не идут? Ух ты, у Моники день рождения? Ведущий, может, вы уже ко мне придете? Да уж, пора бы. Все равно Моника не хочет меня угощать. Я просто голодная. Раз кнопка день рождения дарит такой большой вкусный торт, я тоже нажму на нее. Как ты не понимаешь, у вас разные призы. Я не успел сделать второй тортик, но я прихватил с собой все ингредиенты. Так что при желании ты сможешь сама испечь тортик. Начнем с муки. Что происходит? Хватит! Я вся белая! Я ничего не вижу! Я все понимаю, но нужно потерпеть. Потому что впереди тебя ждет еще много всего. Например, молочко. Принимай! Хватит! Зачем мне молоко? Я даже выпить его не могу! Я вся мокрая и в муке! Не ругайся! Пришло время самого вкусного ингредиента – шоколадного сиропа. Ты готова? Погнали! Что вы делаете? Я не хочу такой торт! Сироп, конечно, вкусный, но теперь я вся в нем! Я вся липкая! Я ничего не вижу! Эти мучения окупятся, потому что теперь тебя ждет вкусная цветная посыпка! Ты сама уже вкусная, как торт! Я только успела связать сироп! Ну ладно, эта посыпка хотя бы вкусная! Это уже хорошо! Ну и, наконец, сливки. Какой торт обойдется без них? Давай, я уже ничему не удивлюсь. Сливки тоже вкусные, так что лей сколько захочешь. И финальный штрих – свечка. What? Все-таки ты теперь настоящий торт. А какой торт без свечи?
What? Ура! С днем рождения! Мне это уже надоело. Что еще? Орешки, шоколад, конфеты? Нет, торт готов. Теперь только веселье. Очень весело. Что там такое происходит? Да уж, Эмма, ты и правда на огромный торт похожа. Я старался. Та-дам! Подписывайтесь на MultiDo Challenge, чтобы не пропустить другие ролики. Поверьте, они будут ничуть не хуже этого.